Здравствуйте, друзья. У нас сегодня репортаж с нашего бэк-ярда. Дождичек ночью прошел. Мы вообще любим дождики в Калифорнии. Вы знаете, тут дождик редкость. Так хорошо, свежо. И нет яркого солнца, которое мешает снимать. Вот я хотел сравнить несколько сюжетов по поводу этого самого бэк-ярда. Один есть, когда тут еще все в горшках стояло. Это было 10 месяцев назад. Вот мы видим, друзья, это январь 16 прошлого года, и у нас тут просто ничего нет. Вот привезли горшки, просто голый грунт, и сейчас там будут что-то сажать. Вот смотрим дальше. А другой сюжет был 5 месяцев назад, когда уже растения были. И вот, друзья, мы видим то, что происходило в июне 16-го, вот некоторое время назад, 5 месяцев назад. Есть чуть-чуть зеленюшечек, но видите, они так не очень сильно разросшиеся. И сейчас мы на них посмотрим, как вот это происходит сегодня. И третий, вот мы сейчас снимаем. Я хочу вот ваше внимание обратить на то, что в течение вот этих 10 месяцев, при том, что есть, конечно, какие-то не позелененные, так сказать, участки почвы, так, все-таки у нас довольно много расползлось, ползучего. Но вот эта часть бэк-ярда, она меньше подвержена солнечным лучам. Здесь не так здорово расползается, хотя вот тоже, видите, вот оно так расползается. Скоро оно будет все покрыто вот этими ползучими зеленюшками. Так, лимончик, что ж тут происходит? Видимо, надо пойти сегодня срезать, а то, смотрите, как маленький такой, весь обвис, надо срезать, чтобы не сломался. Вот так оно растет. Сейчас я в беседку зайду и поснимаю там сзади. Так, вот, да, здесь тоже хорошо пошло. Так, да, там вообще что-то такое. Ну-ка, давайте я переберусь так аккуратно. Ой! Да, здесь просто... Вы смотрите, что творится уже. Живого места нет. Живого места нет. Ну-ка. Вот тут. Тут уж все такое. Да? В данном случае мы смотрим на грунт. Вот. Заросло. Так, выходим. А здесь просто, ну все, вот за исключением маленьких каких-то кусочков. Так, заросло. Это произошло вот за 10 месяцев. Так что, вот так, забор, если мы посмотрим. Ну вот эти кусты, они еще не закрыли забор полностью, но еще там, может быть, годик пройдет и закроют. Как бы идея кустов была в том, чтобы закрыть забор. Ну и, соответственно, вот этот виноград вьющийся тоже. Вот это тоже произошло за относительно короткое время. Вот это вот вьющееся. Вот так. Такие у нас победы, можно сказать, на фронте озеленения.